Привет, ковбой! Как дела? Да знаю, знаю, все нормально. Как я и обещал, у меня сейчас выходит серия моих роликов по заброшкам, по бункерам, по убежищам. Вот сегодня выдался прям просто замечательный денек, чтобы провести свою первую съемку. И, ребят, вот это, да, вот именно это камера GoPro 5 Hero. Поэтому я извиняюсь сразу за качество звука. Такие уж они. И я перечитал уже очень много информации, как это исправить, да, но, к сожалению, это неисправимо. Поэтому будем исправлять это программно. Но если вдруг что-то, где-то вы услышите фоновый шум, пожалуйста, ребят, не бомбите сильно в комментариях. Поймите, это мой первый ролик. Что сегодня мы с вами будем делать? Моя цель. Я вам сегодня хочу показать одно бомбоубежище, которые находятся на далеком острове Сахалин. И, кстати, вы знаете, здесь подобрать подходящую погоду очень сложно. Поэтому сегодня мне офигенно подфартило. Погода классная, снега немного, безветренная. То есть мне вообще офигенно повезло в этом плане с погодой. Это раз. Во-вторых, у меня были очень серьезные проблемы с оборудованием, которые, ну, бла-бла-бла, я вам не буду рассказывать, да, это все как бы в процессе жизни, скажем, и развития канала, это все решится, да. Сегодня наша цель пробраться внутрь этого бомбоубежища и посмотреть, из чего оно состоит. Но я почему-то сомневаюсь, что это на самом деле бомбоубежище, и хочу от вас в ваших комментариях, чтобы вы мне пояснили, что это на самом деле такое. Потому что что такое бомбоубежище? Это подземное сооружение, которое уходит под землю на 15 метров, да, который может защитить людей от направленного удара, то есть воздушного удара, да. Соответственно, куда мы сейчас с вами направимся, это типа какая-то насыпь, ну то есть вроде как бы это внутри горы, но если смотреть это снаружи, то это вроде какая-то насыпь. И, соответственно, внутри все укреплено толстым таким толстенным полутораметровым бетоном. Но, есть одно но. Ясное дело, что оно построено где-то в 50-х годах примерно. Почему я говорю примерно и почему я говорю наверное? Потому что я реально не нашел информации за это бомбоубежище. Я переискал, весь Google перевернул наизнанку, я перевернул весь интернет наизнанку. Есть все, как всегда, но об этом именно убежище информация полностью в ноль отсутствует. Но мы все-таки туда пойдем, да, и посмотрим, из чего оно все-таки изнутри сделано. Но хочу рассказать одну небольшую, скажем так, предысторию, да? То есть раньше, ладно, то есть будем считать его бомбоубежищем, да? Но недалеко от этого бомбоубежища, буквально в 2 или 3 километрах, есть опытное поле. Что за опыты проводили на этом поле, мне досель неизвестно, да? Но примерно я предполагаю, что это опыты проводились с какими-то растениями, типа там какие-то ботанические опыты, скажем так, да? Потому что когда мы были еще совсем шпанцами, да, мы туда ходили, собирали там какие-то, были специальные насаждения искусственные, посаженные там груши, яблоки и все такое прочее, ранетки, да. Может быть, какие-то, ну, с этим были связаны эти опыты, я, извините, я точно уже, ну, как бы я не шарю, я не знаю, да. Возможно, эти бомбоубежища, почему я говорю эти бомбоубежища, потому что там же, ближе к этому опытному полю, есть еще 2 таких же бомбоубежища. И, кстати, да, напишите в комментариях, если вы хотите увидеть еще 2 таких же бомбоубежища, но они конструктивно чем-то отличаются. Напишите, да, мы хотим их увидеть, и мы пойдем с вами в такие же 2 бомбоубежища именно на этом опытном поле. Но, помимо всего сказанного, рядом с этим бомбоубежищем имеется большая больница. Как бы их называют областной, но это здесь как бы не область, это маленький город. И, соответственно, больница после того, как это бомбоубежище, в кавычках, расформировалось, начала его использовать под морг. И, по сути, мы с вами сейчас будем врываться в этот самый морг, где раньше, когда он еще функционировал, а это было приблизительно 15
10-18 лет назад там хранили усопших и, соответственно, проводили вскрытие. И в каком-то из одном моем видосов, может даже, по-моему, в тизере, а в принципе у меня других видосов и нет на канале, соответственно, в тизере вы могли увидеть это бомбоубежище. Сейчас мы туда внутрь проникнем без палева. Я сижу уже здесь в тачке полчаса, жду, когда оттуда свалят медики, а еще и плюс туда иногда приезжает полиция, да? Ну, всякое же бывает, тем более сейчас новогодние праздники, только пришли, кто-то там от буха отошел, кто-то еще пребывает в этом состоянии, да? А, то есть там еще и крутится полиция. И, соответственно, если они меня спалят, что я проникаю в это убежище, то, соответственно, у меня будет с ними неприятная встреча, чего я крайне не желаю. Вот. Мы сейчас с вами туда пойдем и все внутри осмотрим. Что произошло? Я, короче, сейчас ворвался в это убежище, короче, у меня тупо отказала камера, заглючил фонарь и отказала вторая камера. Я оттуда вышел, дошел до машины, чтобы все это дело как бы исправить. Вот эта вот больница, про которую я говорил, самая большая. И вот пошло вот это вот убежище. Вы видите, да, какая масса здоровенная. То есть, да, и по кругу везде, короче, бетон. Так, блядь, нам сейчас надо туда по-бырому прошмыгнуть, потому что с представителями полиции я встречаться не планировал. Так, сейчас, ребятки. Секунды. Опять фонарь. Чё ты, сука? Почему-то фонарь, короче, начинает тускнеть. Так, сейчас, наверное, поставлю дополнительный фонарь. Видите, да, какие вот получаются толщиной стены? Ну это просто жесть. Ну сколько, здесь вот чисто вот вход, если здесь была вот эта вот гермодверь, да, взрывозащитная. Ну вот можете прикинуть, да, какой она была толщины. О! Ну там лютая, конечно, эх. Здесь оно как бы немножко ухожено все, да? Это все потому, что здесь раньше был морг. Так, я сейчас еще раз сделаю тест фонарика. Просто такая тишина, ребят, и эхо, когда что-то говоришь. Опять фонарик. Я не понимаю, что с ним происходит, но фонарь опять глючит. Видите, полы обделаны кафелем, да? Ну, это уже, соответственно, когда это сооружение было моргом, да? Видать, по их требованиям какие-то определенные отсеки обделывались кафелем, да? Ну, допустим, разделочные
камеры где-то в трупах расщепляли, да, чтобы проводить их там исследования. Вот эта комната, я даже не знаю, для чего она служила, но настолько она маленькая, что это капец. Слышимость, если даже где-то что-то, да, здесь бум. Может быть, с улицы, потому что здесь два входа. Один основной, получается, находится вот здесь, вход, откуда мы пришли. Второй находится дальше, но он завален. Вот про это я и говорил, смотрите, получается как бы с петлями, да, вот они петли, получается, что это были люки, да, которые закрываются, а внутрь идет бетонная колонна, вниз уходит как колодец, возможно, это и есть вот эти вот ходы, да, куда-то в нижний ярус. Вот даже здесь оттуда уходит коммуникация. И причем уходит очень глубоко. Ёкарный бабай. Ребята, это просто жутко выглядит вообще. И реально, да, там и есть подземный ярус, посмотрите. Есть, короче, одна идея. Вот туда спустить экшн-камеру. Конечно, не GoPro 5, который стоит под полтинник, да? А какую-нибудь китайскую. В общем, если вы хотите узнать, есть ли там реально что-то внизу, пишите в комментариях. И мы организуем еще одну вылазку сюда. Возьмем водонепроницаемый чехол, подвешиваем, ну, засунем камеру в него, подвешиваем на веревку какой-нибудь грузил. Ну, я что-нибудь придумаю и спустим, и глянем, что там у нас внизу. Блядь, ну жуткое место, я скажу вам, серьезно. Особенно вот та херня, ну ладно, мы сейчас к ней еще подойдем. Сдалека она мне показалась, как будто чья-то рожа. Вот эти вот, скорее всего, камеры маленькие, да, использовались как, не знаю, какая-то фильтрационная установка, скорее всего, здесь как-то стояла. Ну, посмотрите, да, дверь, какой толщины была дверь. Это же явно не просто так. С моим фонарем что-то явно не ладно, он у меня должен включаться на полную мощность. Ну и, соответственно, светить намного лучше, чем вот сейчас он светит. Но когда я захожу сюда, я иду на улице, причем у меня все нормально. Ребята, обратите внимание, когда я шел на улице и снимал больницу, и шел вот отсюда вот до этого бункера, фонарь работал совершенно исправно. Стоило мне только сюда зайти,
и он тускнеет. Опа, це. Вот еще одна. Ох, это как люто выглядит. Ребята, там внизу определенно что-то есть. Я в этом не сомневаюсь. Я все-таки думаю, что люди говорили правду. Ну, я не знаю, это, конечно, нужно все проверить. Проверить, спустить камеру. Что это такое? Вот еще. Они здесь просто повсюду. Хотелось бы, конечно, туда сейчас просто загреметь. Вот еще одна. Я не понимаю, для чего это все сделано. Так, как говорится, надо обходить аккуратно и подальше. Да, ребята, это явно было бомбоубежище, потому что вот эти камеры, они, скорее всего, выведены именно, ну, в смысле, сделаны для того, чтобы какие-то фильтрационные установки. Я даже не понимаю, для чего это все сделано. Или это реально что-то связано с опытным полем, которое раньше было здесь. Но посмотрите толщину вот колонны элементарно. Толщина колонны. А какой хрен нужно было строить здесь вот это вот убежище? Сейчас пойдем посмотрим, что у нас с эвакуационным выходом, потому что там один вход у нас получается там, и другой здесь. Вообще. На себе. Здесь у нас конкретный завал. И через этот завал, в принципе, можно выбраться. Вообще. Не, здесь капец. Даже хотя я и надел, да, специальные накладки на ботинку. То есть это, короче, получается от скользяшки, да? Она скользко. Какая-то фильтрационная установка. И постоянно кажется, что кто-то там ходит. То ли это эхо играет такие со мной иллюзии. Да, кстати, здесь вполне можно, если что, выйти. Но ни хрена себе, из колонны рухнули. И палевно. Да, в принципе, можно вылезти. Какая лежинка? Это капец. Вау, щит! Теперь
Это что такое, что было? Какой-то мужской голос. Короче, вот это вот и были, да, у нас получается. Фильтрационные установки. Это и были, да. Получается, вот это и очищало воздух. По этим трубам циркулировал воздух внутри помещения. Здесь были сами фильтры, да, установлены. Ну, я не знаю, кстати, что, но... Ох ты, ёпти. Насколько это все отменило. Да, лютое местечко, конечно. Не для ночных прохождений, ребята. Так, еще одно помещение. Воу, оно вообще куда-то этаж уходит. Тоже, конечно, все разрушено. Где-то постарались мародеры. Кабелей здесь вообще никаких не осталось. А здесь по-любому были силовые кабеля медные. Ну, все растащили, соответственно. Как и везде во всех заброшках. Ящик с песком. Вот интересно, для чего он здесь? Это, скорее всего, он служил раньше как пожарный ящик, наверное. Я так предполагаю. Я не понимаю, сколько здесь было вообще вентиляции. Они здесь просто кругом. Чем мне нравятся вот эти вот все бункера, да, подземные сооружения, потому что там просто идеальная тишина. Я обожаю тишину. О, опять ветка. Походу мы и нашли именно ту комнату, где расщепляли трупов. Она вся кафелем отделана. Да, это и была как раз та комната. Это еще при действующем морге. Здесь расщепляли для трупов. Да, это так оно и есть. Это же все были осветительные приборы.
они висели раньше на потолке. То есть комната освещалась основательно. Даже вот она, получается, была вытяжная вентиляция. Здесь, скорее всего, стояли два стола, и на этих столах они расщепляли мертвецов. Как вам такой расклад? Ну вот поэтому я говорю, как бы убежище не сильно большое. И вот для каких целей это убежище было предназначено, я просто не могу понять. И информации я никакой в интернете не нашел. Поэтому, ребята, если кто-то знает, для чего использовались такие убежища, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Я хочу понять, для чего они используются. Зачем вот столько вот комнат? И практически во всех есть какие-то системы вентиляции. Что вот там, что вот там. Что здесь? Ну, здесь, ладно, здесь понятно. Я не понимаю, для чего эти убежища были построены. Я думаю, при попадании сюда какой-нибудь авиационной бомбы, я сомневаюсь, что он выдержит. Потому что сверху просто несколько метров земли и все. Он даже не уходит под землю. И зачем вот эти вот нужны ямы? Причем здесь четко видно в одной из них, ладно, вот это вот, да, сальдом. Здесь еще ничего не понятно. То есть здесь видно. Ой, здесь жутко, капец. Вот кажется, что какая-то херня именно вот в этом месте должна водиться, какая-то херня, которую схватит тебя за горло, блядь, и утащит под воду. Вот серьезно. Какое впечатление. Окей, босс. Ну что, ребят, а теперь немножко экшона. Проведем небольшой эксперимент, что будет, если этот большой откинуть вот в яму. И все, на этом шоу закончилось. Да, это второй раз, когда я зажигаю фальшвейер в закрытом помещении. Первый раз это было, я зажег его в тоннеле, где-то на четверть зашел в тоннель и зажег его. Это было жестко, мы оттуда просто эвакуировались, убегали, потому что дышать было нечем. Ребята, ну вот и все.
Мы провели такой небольшой обзор этого укрытия. Поэтому пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Что это за укрытие, для чего оно приспособлено. Для чего оно вообще было запланировано и построено. Ключевые загвоздки – это опытное поле для ботаников, для проведения там каких-то ихних исследований, опытов. Ни хера себе, видите, здесь какая трещина идет. То есть получается, здесь выдавливает плиту. И скоро, скорее всего, оу, щет. Блять, там кто-то проехал. Как бы главное не полиция. Если я не планировал с ними встречаться. Ладно, ребят, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Какие у вас мысли. И для чего это все вообще предназначено было. Посмотрите еще раз, да, на толщину стен. Какие здесь раньше были гермодвери. То есть вот здесь вот были два основания, петли, на которых они держались. Мне очень интересно, для чего это было сооружение построено. Все, ребятки, давайте. Всем пока.